Ребята, мы приплыли на место. Выгружаемся. Да, здесь интересная местность, можно поизучать, понаблюдать за рыбками. Ох, я нафотографирую. Хорошо, что я взяла фотоаппарат. Будет очень много интересных снимков. Надеюсь, я увижу кого-нибудь большого. Может быть, кита? Ребята, держим связь по рации. Когда будет кончаться кислород, сообщаем и всплываем отсюда. Ребята, я предлагаю разделиться, чтобы мы все посмотрели поподробнее, что это за место. По-моему, это огромный-огромный коралл. Да-да, поплыли быстрее, пока еще есть кислород. Возьму образец на исследование. Интересно, что же это здесь такое? Ой, у меня упала рация. Надо ее срочно найти. Куда она упала? Ничего себе, кажется, на глубину уплыла. Буду быстрее искать ее. Она где-то на глубине. Кажется, я ее вижу. Нужно будет ее достать. Ой, какое тут все интересное. Какое растение чудесное. Нужно сфотографировать. Так, а здесь что интересненькое? Сфотографирую. О, что-то вижу очень любопытное. О, какой интересный коралл. Я такой вижу первый раз. Нужно пофотографировать более подробно. Так. Ой, а этот похож на большой кактус. О, что это за коробка? Интересно. Что это такое? Я такое вижу первый раз. Нужно, по-моему, позвать друзей и подробно посмотреть. О! А вдруг там что-то есть? Нужно срочно это выяснить. О, по-моему, я нашла сокровище. Ребята, ребята, прием, прием. Я здесь кое-что нашла интересненькое. Эй, ребята. Тишина. Не пойму, что случилось с рацией. Ребята, ребята. Так, меня никто не слышит. Что же мне делать? Пожалуй, мне придется вернуться назад к ребятам и к батискафу. Другого я решения не вижу. А! Что это такое было? По-моему, я кого-то увидела. Кто-то здесь есть. Кто-то большой и черный. Так, попробую я открыть сама. Не получается. Так, сделаю пару снимков и все-таки вернусь за ребятами. Так, вот она, рация. Как же ее достать? Она так глубоко упала. Сейчас попробую занырнуть поглубже. Ой, что это? Кажется, это акула. Убегаем отсюда. Я наснимала столько интересного материала и в большом коралле увидела что-то необычное. Похоже на сокровище, представляешь? Да, надо быстрее поплыть туда и посмотреть, что же это такое. Давай, у меня как раз есть крепкий ломик, которым мы можем вскрыть любое сокровище. Слушай, а почему не работала рация? Я звала-звала на помощь. Так никто мне и не ответил. О, подожди-ка, а где же у нас? Ай, представляете, на меня напала акула. Я выронил рацию, и там,
Там плавает огромная злая акула, она меня чуть не покусала. Может быть, отсюда уплывем? Зачем нам неприятности с этой акулой? Ребята, подождите, нет, мы не можем так просто уплыть. Ведь я нашла целое сокровище, а вдруг там золото и бриллианты? Да, быстрее поплыли, посмотрим, где это, покажи нам. Так, где этот клад? Показывай нам. Вот этот коралл огромный, вот это место. Ага, вот я вижу, кажется, этот коралл. Точно, там какой-то сундучок. Ребята, давайте я сейчас его вскрою своим ломиком. Открывай его, у тебя получается. Ну что там? Я так хочу сфотографировать, мне кажется, там что-то есть. Ценное. Нет, у меня никак не получается, он так крепко закрыт. Давайте попробуем на батискафе его открыть. Давай, цепляй эту крышку. О, кажется, получается. Смотри, что это там? Там что-то очень интересное. Кажется, это золото или какие-то древние монеты. Да, я была права, это клад. Дайте я сфотографирую. Так, нужно подплыть поближе и все очень тщательно сфотографировать. Ой, смотрите, кажется это акула. Осторожней, убегаем, она сейчас нас покусает, уплывай быстрее. Ребята, убегайте, сейчас я попробую задержать эту акулу. Убегаем! Она меня кусает! Она сожрала мои ласты! Это просто бешеная акула! Ребята, нам нужно срочно убегать! Бросаем это золото! Я осталась без кислородной маски! Мне нужно доплыть до нее, иначе я умру! Я теряю сознание. Я сейчас отгоню эту бешеную акулу, пока она всех нас не съела. Она поломала наш батискаф. Нам еще нужно уплыть отсюда. Ребята, валим отсюда. Так, пока они уплыли, есть возможность забрать это золото. Не могу никак взять, оно очень тяжелое. Упало. Просыпалось, смотри. Там драгоценности. Надо взять хоть один бриллиант. Взял немного золотишка, нужно уплывать отсюда быстрее. Эй, ты что делаешь? Вместо того, чтобы помогать нам отбиваться от акулы, ты здесь воруешь? Ничего, зато мы разбогатеем, знаешь как? Как ты мог? Ты должен нам помогать. Нужно убегать, спасаться. Мы еще сюда вернемся с группой ученых и разберемся с этой акулой. Нам обязательно нужно забрать это золото.